Всем привет! Меня зовут Саша, и вы на канале «По ссылке из Китая». У меня в каждом видео проходят конкурсы. Внимательно смотрим, увидели какое-то слово, составили с ним предложение, обязательно предложение, написали его в комментарии, обязательно быть подписчиком на канал, поставить лайк под это видео, и вы принимаете участие в конкурсе. Не забудьте расшарить свой канал, чтобы я смог проверить выполнение условий. А мы переходим к распаковочке, первую посылочку. Разрезали. И здесь у нас вот такие мягчайшие, просто мягчайшие, обалденные силиконовые проставки на ногу. То есть смысл таков. Вот эта штуковина одевается на большой палец, или вот это, наверное, на большой палец ноги, а вторая на средний палец. И у вас идет выпрямление косточки. Как-то так. При заказах с AliExpress обязательно пользуйтесь кэшбэк-сервисом. Ссылку на него вы найдете в описании и сможете экономить до 5% от каждой покупки. И, кстати, не только на покупках AliExpress, а также на многих других интернет-площадках, интернет-магазинах. Так, здесь у нас вот такие USB-зажигалочки. Я уже когда-то такую заказывал. Зажигалка достаточно прикольная, но у меня ее очень быстро выпросили на работе, и я решил заказать себе еще. Одна будет моя, вторую, ну, кому-нибудь точно так же на презент можно задарить. Хорошая штуковина, работает. И, знаете, закинули в машину, валяется. Ну, она потому что не совсем стандартная и занимает чуть больше места. В кармане не очень удобно, а в машине очень круто. Особенно, если у вас не работает прикуриватель. Так, в следующей посылке нас встречает мягкий пушистик. Мой пушистик! Вот такой вот брелок-пумпон. Весь помятый. Не знаю, выровняется или нет. Вон волосы уже какие-то полетели. Шерсть от него. Ничем не пахнет. Вроде как задумка достаточно неплохая, на фотографии было нарисовано, но по факту, конечно, да, печальная история. Ну, возможно, будем пробовать его намочить, как-нибудь намочим и попытаемся высушить. Здесь такая резинка тянущаяся. Ну, на фотографии, когда я делал заказ, он реально выглядел круто, а это, ну, облезлая кошара какая-то. Ну да ладно. Следующий пакетик. И здесь у нас какая-то тряпочка. Ясно. Это детское полотенце. Просто обычное полотенечко. Ё-моё. Да, на размеры я в очередной раз не глянул. Вот такое полотенце. Заказывал две штуки, прислали почему-то одно. Я представлял, что оно будет, ну, хотя бы, ну, приблизительно такое. Вот, кстати, второе полотенце. Да. Китаец очень-очень мудр. Решил отправить двумя посылками. Смысл? Потратил лишних пару юаней. Или чего они там тратят. Здесь уже в виде лягушки какое-то полотенце. Там какой-то слоник вроде бы был, здесь лягушка. Глаза он почему-то складываются, не торчат отдельно. Ну, оно очень мягкое, запаха никакого не имеет. Вообще, по факту, классное на самом деле. Но из-за того, что оно такое малюсенькое, ну, не знаю. Ну, возможно, кому-то понравится. Возьмите на заметку. Так, и здесь у нас две посылочки. Последние две посылочки. Ссылки на все товары вы найдете внизу под видео в описании. О, и здесь у нас вот такая штука для чистки канализации. Если у вас где-то вдруг имеется какой-то засор, волосы какие-то попали в раковину, там уходят вниз и забивают водосток, приобретайте вот такую штуку, просовывайте ее
и вытаскиваете за счет вот этих острых шипов волосы. Действует, работает она или нет, не знаю. Сейчас проверим. Если у вас вот такие маленькие отверстия в сливной этой ерунде, то эта штука для вас, наверное, не очень будет подходить, потому что вот достать ее назад сейчас целая проблема. Отламываются эти усики, и ничего оно не достает. Ох, блин. Короче, либо волос у меня в раковине нет, либо фигня это не работает. И усики все он позаламывались, пообламывались. Не надо это покупать. Выкинутые бабки. Так, а у нас осталась последняя посылочка. Давайте посмотрим, что здесь приехало. Какой-то бочонок. Какой-то бочонок. Вроде как деревянный. И здесь находится вот такая линза с гранями. Внутри имеется вон скол, я уже вижу. Стекляшка разбилась. Вот видна. Продавец, собака, не смог положить какую-нибудь хорошую. Какая это собака? И здесь такой калейдоскоп. Крутите, и у вас все меняется. Подносите какие-нибудь цвета. Ну, в принципе, знаете, такая достаточно забавная вещица. Ребенку поиграться, побаловаться. Вот сейчас смотрю на камеру, которая меня снимает. И вижу много-много-много камер. Блин, что-то в глаз попало. Может, это этот осколок? Да нет. Короче, вот эта штука идет деревянная. Это тоже деревяшка. А проклеена очень хреновенько. Вот здесь выступает клей. Внизу, вот как я на линзе, как я вам показывал, вот скол имеется. Не знаю, с какой стороны, с этой или с этой. Но, в принципе, побаловаться детям будет очень круто. Я думаю, моим детям понравится. Ой, у меня много софтбоксов. Я хочу, чтобы это стало по-настоящему. Ну, вот такая получилась у нас распаковка. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Пока!